Привет, друзья! Меня зовут Юрий, я живу в Англии. Сегодня у нас хорошая погода, солнце светит прямо в глаза, оно немножко низковато, поскольку это довольно-таки северные широты. И я решил съездить в город под названием Лоуа Ларго. Чем знаменит этот маленький городок? Он здесь недалеко, где я живу. В этом городе родился Александр Силкёрк. И, насколько вы знаете, он был матросом или моряком. И прожил на острове 4 года и 4 месяца. И послужил вдохновением для романа Робинзон Крузо, для автора, как его звали, забыл, Даниэль Дефо. Ну что ж, поехали смотреть город, где родился Александр Силкёрк, тот самый Робинзон Крузо. Здание — это что-то на вроде начальной школы, и решил просто показать. Вот таких старых зданий очень много в Великобритании. Возможно, там где-то еще задний двор, но я не хочу там лазить. Проблемы на свою голову искать. Это поле пшеничное, урожай собрали. А вон там дальше видна платформа, нефтеплатформа, нефтедобывающая платформа. Сижу в бардачном Макдональдсе. Собственно, я и приехал в этот маленький городок, если его так можно назвать, под названием Лоуа Ларго. И вот это вот здание, вот то, что вот вы видите вот здесь, оно называется Крузо Хоутел. Thank you.
Здесь воняет рыбой. И тут везде вот такие вот маленькие улочки. Проезжает тут только одна машина, две машины здесь не поместятся. Неподходящая для автобусов. Торчат какие-то сваи, уточки плавают вон там вдалеке. А вот этот вот домик отличный, мне нравится. Он настолько прост и настолько в живописном месте находится, что я тащусь. И он находится, как видите, в private resident zone. Не каждый сюда может заехать. А это, оказывается, речка. Она впадает в море. Смотрите, какой старый, но красивый дом. Еще с хорошей территорией. Вы только посмотрите, припарковаться некуда. Вообще, тут как они тут живут. Городок настолько маленький. Тут еще есть private roads. Не парковаться на private roads. Вот так вот, куда я приехал, на край света. Ну вот, я и нашел статую Робинзона Крузо. Там написано в память Александра Селкёрк. Расположено по-английски, по британским правилам, на первом этаже. Вот это вот ground floor, то есть этаж, который находится на земле, а сам Александр Селкёрк находится на первом, его статуя на первом этаже. Причем вот этот вот дом, это называется row house, то есть дома в ряд, но они по большей части как бы квартиры в ряд. Они настолько старые, что не дай бог. И причем здесь живут люди. Ну а здесь какие-то морские побрякушки на морскую тему. К
Живет художник, это его студия. И он вот выставил в окне свои работы. Здесь красивый вид на море. И вот так выглядит, в общем, городок, очень маленький городок, где родился прототип Робинзона Крузо. А море здесь необыкновенное. Посмотрите, какие цвета. Посмотрите, какая тут кафешка. Внутри атмосфера отличная. Тут непонятно, где вход в эту кафешку. И здесь тоже входа нету, но смысла туда идти нет. Пойду-ка я посмотрю, что наверху там. А наверху, оказывается, просто тропинка. А туда дальше она идет, куда непонятно. И видно море сквозь деревья.
конечно. Ну что, ребята, время уже темное, темнеет, меня уже практически не видно. Вот такой вот маленький городок, где родился Робинзон Крузо. Надеюсь, вам понравилось это видео.